Всем привет, дорогие друзья! Как вы думаете, где мы находимся? А находимся мы с вами где-то посередине между Испартой и Аланией. А куда мы с вами едем? Мы едем в Давраз, один из самых популярных горнолыжных курортов Турции. Так вот, в этом видео вы увидите, как выглядит горнолыжный курорт в Турции. И, конечно же, обязательно пишите ваши комментарии, мысли, и были ли вы на горнолыжных курортах в Турции. Этим видео я хочу развеять еще один стереотип о Турции, о том, что Турция – это только море, солнце, пляжи, и, как многие, к сожалению, думают и пишут, что в Турции ничего кроме этого нет. На самом деле это неправда. Даже в нескольких, ну, в 30 минутах езды от Алании зимой в горах очень-очень много снега. Можно кататься на санках, лепить снеговиков и играть в снежки. Поэтому, друзья, в Турции очень много всего интересного. Здесь разные климатические зоны. И зимой, кстати, для тех, кто не знает, скажу, что зимой в Турции бывают морозы до минус 40 градусов на севере, например, в таких городах, как Карс и Эрзурум. И сейчас мы с вами находимся в местечке под названием Гёльбаши. Это дамба, которая находится, как я уже вам сказала, по дороге в Испарту. И здесь расположено вот такое вот красивое место для отдыха, где можно покушать, попить чаю и, конечно же, полюбоваться вот такой вот красивой природой. Посмотрите, как низко расположены облака. Очень красиво. Зимой в этом месте я не была ни разу, а летом очень часто мы проезжаем это местечко и, конечно же, останавливаемся. Для тех, с кем мы еще не знакомы, я представлюсь, меня зовут Анастасия, я живу в Алании, в Турции уже более 10 лет, и на моем YouTube-канале вы можете посмотреть много интересных и полезных видео о жизни, отдыхе и бизнесе в Турции. Поэтому подписывайтесь, заходите в описание к видео, заходите в наши соцсети, там много всего интересного и полезного. Поэтому добро пожаловать всем тем, кто первый раз. Ну и, конечно же, всем, кто меня знает, всем привет и спасибо, что вместе с нами. Ну а сейчас мы продолжаем с вами наш путь на горнолыжный курорт Давраз. Когда вы едете на машине или на автобусе, в общем, наземным транспортом по Турции, то на протяжении всей дороги в двух-трех часах езды друг от друга расположены вот такие вот небольшие станции, где можно купить все необходимые товары и, конечно же, вкусно покушать. Сейчас мы пройдем внутрь, покажу вам, как это все выглядит. На входе обычно расположены магазины, где можно купить разные интересные подарки, сувениры, ну или какие-то туалетные принадлежности. В общем, все, что необходимо, начиная от необходимых вещей и заканчивая косметикой. И здесь можно купить продукты питания, мыло, косметику. Вот такие вот, например, какие-то интересные свечи. Но знаете, что самое интересное я здесь нашла? Это новые виды одеколона. Новый вид одеколона – это одеколон с инжиром. И мне кажется, вот это один из самых приятных на вкус. Еще мне очень нравится одеколон с запахом цветов оливки и запахом абрикоса. Точнее, ну здесь персик, но мне очень нравится запахом абрикоса тоже. Поэтому обращайте внимание вот на эти одеколоны. Здесь они стоят 15 лир, вот это стоит, например, 13 лир. Есть чуть подороже, по 30 лир. Вот таких вот красивых упаковках. Поэтому, когда приезжаете в Турцию, обязательно обращайте внимание вот на эти одеколоны и пробуйте на запах разные виды. Вот, например, тоже очень красивый, в форме вот такой вот башенки, стоит 20-22 лиры.
Это очень красиво. Вот, например, 17 лир тоже. Вот, такой вот такая вот красивая бутылочка на подарок. Просто, мне кажется, замечательный вариант. Спустя 4 часа мы приехали в Давраз, один из самых знаменитых горнолыжных курортов Турции. Сегодня мы с вами приехали в Давраз, один из самых популярных горнолыжных курортов Турции. И, друзья, в этом видео я хочу опровергнуть самый большой стереотип о Турции. А как вы уже поняли, какой это стереотип? Это то, что в Турции нет снега, здесь только пляжи, море, солнце и бананы. На самом деле нет. Турция очень большая страна. И сейчас в Турции на данный момент есть более 14 горнолыжных курортов, которые также участвуют в конкурсе для проведения Олимпийских игр. И мы были на выставке в Стамбуле в январе этого месяца, на туристической выставке. И на туристической выставке были представлены новые горнолыжные курорты, которые раньше являлись горнолыжными центрами, где тренировались спортсмены и инструктора. И постепенно маленькие горнолыжные центры их переделывают в полноценные горнолыжные курорты. Горнолыжный курорт Давраз был открыт в 2006 году на месте современного курорта. Здесь раньше функционировал небольшой горнолыжный центр для инструкторов и спортсменов. Как же выглядит горнолыжный курорт Давраз сейчас? Склоны курорта характеризуются средней категорией сложности. Всего в Давразе 9 трасс, 4 зеленые, 1 синяя, 2 красные, 4 черные. Наиболее протяженные трассы черные. Их суммарная протяженность составляет 3700 метров, а перепад достигает 550 метров. Все трассы Давраза находятся на высоте 1500-2500 метров. Здесь также можно арендовать санки. Час катания на санках стоит 10 лир, а если вы потеряете, вы должны будете заплатить 100 лир. И санки выглядят вот таким вот образом. И горка, с которой катаются ребята, находится вот здесь. Очень много народу, молодежь. В общем, развлечение просто супер. Давраз был претендентом на проведение Олимпийских игр в 2014 году. И несмотря на то, что этот курорт совсем молодой, последние годы он является самым популярным центром зимнего отдыха. Высокую оценку как профессионалов, так и любителей Давраз заслужил за первоклассный снежный покров, современную инфраструктуру и вот такие вот потрясающие живописные пейзажи. Зонт стартует не раньше декабря и длится до начала апреля. Толщина снежного покрова держится на уровне 60-80 сантиметров практически весь сезон катания. Погода зимой мягкая, температура редко опускается ниже 5 градусов по Цельсию. Если вы хотите поехать в Давраз,
то имейте в виду, что высокий сезон здесь конец января, начало февраля. Это период зимних каникул в Турции, и тогда цены достаточно высокие. Местность вокруг Давраза является самой экологичной в стране. В окрестностях курорта расположено несколько озер, на которые прилетают огромные стаи птиц. На вершины склонов доставляют три подъемника. Есть как кресельный, так и бугельный. Для новичков функционирует лифт. Пропускная способность подъемников очень большая – 800 тысяч человек в день. Стоимость подъемника составляет около 15 лир. И также здесь расположены отели, в которых вы можете остановиться, когда приезжаете кататься на лыжах. В Давразе также работает горнолыжная школа, пункт проката горнолыжного снаряжения, санок, сноубордов, снегокатов. Но туристы советуют арендовать горнолыжное снаряжение в пунктах проката, которые находятся чуть ниже курорта. Конечно же, многие из вас зададутся вопросом, как можно доехать до горнолыжного курорта Давраз. В одном из своих предыдущих видео я говорила о том, что транспортная система в Турции очень хорошо развита. Поэтому до горнолыжного курорта Давраз или какого-либо другого курорта можно добраться несколькими способами. Если этот курорт находится где-то недалеко от места вашего нахождения, например, Давраз, который находится от Алании в 4 часах, от Анталии всего в 2 часах, вы можете доехать, конечно же, на своей машине, на арендованной машине, вы можете доехать на общественном транспорте до города Испарта. И если вы, например, остановитесь в каком-то из отелей в городе, у них обычно есть трансферы до горнолыжного курорта. Ну и, конечно же, каждую зиму из Алании и из Анталии организуются туры, однодневные или двухдневные туры на горнолыжный курорт, и вы можете с группы приехать и увидеть всю вот эту вот красоту. Цена порядка 35 долларов, поэтому сами решайте, когда, в какое время и насколько вы хотите приехать. Температура воздуха по прогнозу, который я смотрела, плюс 2 градуса, но здесь ощущается настоящая зима. Поэтому мне, кстати, пока мы едем, мне очень понравились трассы и особенно длина трасс. Как раньше я вам говорила, трасса, самая длинная черная трасса, порядка 4000 метров. И на подъемнике мы едем уже, ну, достаточно долго. Поэтому, помимо того, что здесь очень много трасс, трассы супер длинные. Это просто потрясающе.
Мы приехали на самую вершину горнолыжного склона Давраз. И, как я вам уже говорила, мне здесь очень понравилось, и я прям с нетерпением хочу прокатиться на сноуборде, но это будет в следующий раз. Ну, а что я могу вам сказать, друзья? Как вы видите, снега в Турции очень много, и это всего в 2 часах езды от Анталии. Кстати, в Анталии тоже есть горнолыжный курорт, который называется Саклыкен. И в Алании тоже строят горнолыжный курорт, который называется Агда. Поэтому, когда вы думаете о Турции, не думайте, что Турция – это только солнце, пляж и море. Здесь много всего интересного, но в пределах практически одной провинции. Поэтому, когда вы приезжаете, например, в Турцию зимой, не забывайте о том, что вы можете полежать на пляже в очень хорошую погоду. Ну и, конечно же, приехать на горнолыжный курорт, покататься на лыжах, на сноуборде, ну и, естественно, насладиться всеми достопримечательностями и вкусностями, которые предлагает вам эта страна. На вершине склона расположено вот такое кафе. Здесь очень тепло, и можно купить чай, кофе, различные булочки. Ну, в общем, что-то перекусить, и вся наша группа сейчас пьет чай, потому что все замерзли. А что может быть вкуснее на природе, чем фрикадельки, пожаренные на гриле с хлебом? Ой, друзья, это очень вкусно. Мы возвращаемся вниз и едем. На горнолыжном курорте Давраз есть несколько отелей, которые расположены прямо здесь. Чуть ниже находится отель поменьше, а вот этот вот большой отель. Но Давраз расположен совсем недалеко от города Спарта, где также большое количество отелей, как 5-звездочных отелей, так и отелей 4-3-звездочных отелей. В общем, на любой бюджет, ну и в принципе и вкус. Также в аренду можно взять сноуборд, можно взять лыжи. Лыжи и ботинки стоят 30 лир, сноуборд и ботинки 40 лир. Куртка и штаны 25 и 25, вместе 50 лир. И здесь, в самом низу, мы встретили ребят, которые учатся в Анталье, но сами приехали. Я из Кыргызстана приехал. Друзья, вы тоже с разных стран. Есть из Украины, из Казахстана. И мне стало очень интересно, как вам цены, качество снега, трасс. Вы первый раз сюда приезжаете? Здесь нет. В этом году уже пятый раз. Пятый раз? Да, здесь. А, так, ну, каждый год раз по пять сюда приезжаем именно, потому что... Но по расстоянию к Анталии выбор самый хороший здесь. До Анталии 2 часа получается? 2,5 часа примерно. Мы в 6 утра выезжаем, 8:30 здесь, 9 здесь. И если стоит вопрос, где кататься, получается Саклыкент или Давраз? Давраз, точно Давраз, потому что в Саклыкенте дороже и экипировка, и скипас дороже, и там трассы не очень, они короткие и узкие очень. И сколько получается по цене, вот если приезжать на один день без ночевки? Ну, с человека примерно по 180 лир. Это если взять всю экипировку. Шлем, там, верх, низ, обувь, набор, да. 180 с бензином совсем получается. А, то есть даже если едешь на своем транспорте, то... Да, мы и так на своем транспорте. Там по 50 лир и так на бензин уходит.
Здесь получается, ну, 130, вот 115 я заплатил за все. Цены, ну, очень, очень дешевые. Я нигде таких горнолыжных, ну, я вообще немного где побывал. Ну, вот вы тоже приехали первый раз, и мне очень-очень понравилось. Да, спасибо вам большое и хорошего катания. Все, спасибо вам. Мы уже покидаем горнолыжный курорт Давраз. Ну и, конечно же, друзья, я надеюсь, что этим видео я, скажем так, стерла в вашем сознании стереотип о том, что Турция – это только море, солнце и пляж. На самом деле нет. В Турции очень много всего. И когда вы приезжаете в Турцию, как я вам уже говорила, изучайте страну, съездите, смотрите, познавайте. Ну и, конечно же, никогда, никогда, никогда не думайте стереотипно ни о Турции, ни о какой-либо другой стране. Потому что стереотипы, они, к сожалению, ограничивают весь опыт, который вы можете получить. Поэтому говорим нет стереотипам, приезжаем в Турцию и зимой, и летом, и кататься на лыжах и отдыхать на море. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что в описании к этому видео есть волшебный промокод, благодаря которому вы можете получить скидку 500 рублей, если покупаете туры в Турцию. Заходите в описание к этому видео, все самые полезные и нужные ссылки находятся там. Приезжайте в Турцию, в Аланию. А сейчас мы с вами прощаемся и увидимся в следующих видео. Всем всего хорошего, пока-пока. Hayır, o zaman ne diyoruz? Come to Turkey. Turkey. Come to Turkey. Türkiye. Gel. Gel. Evet. Пока-пока. Пока.